Вот так. Пока и невзначай поют наши дети. Но это пока так, потому что где мы находимся? Во дворце творчества. Да не все будут крутыми. По сути событий, крутыми станут мизерное количество россиян. Меньше одной стотысячной доли. Но они вас радуют. А по-моему, это главное. Ваша радость и без понтов. Пусть они поют, и пусть им это нравится. Тетка, 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 тетка. А вот помогает тетке, да? Человеческая жизнь вам сразу предлагает условия. Сколько у нас юмористов, спортсменов и операторов? Мизерно малое количество. Туда залезть – это чудовищный труд. Сможете ли вы ему помочь? Вот ваше право. Но по сути не все, далеко не все пролезут туда, где слава вечная. Мы часто говорим «он стал», но забываем о трудах. Вы можете это сделать чуть ранее, но все остальное – труд молодого поколения. Чем раньше вы его заставите не только трудиться, но и быть еще и исполнительным, тем будет проще. А что потом? Это уже не ваш вопрос. Воспитайте и думайте о будущем. Хотя, по сути, живите настоящим.